пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, плюс 16, плюс 18 градусов днем, ночью 9-11 выше 0, ветер западный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 17, ночью плюс 9, северный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем плюс 15, ночью плюс 10, северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре облачно, плюс 16, днем, ночью плюс 9, северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.